Это веселые съемки украинской мелодрамы «Моя бабушка Фанни Каплан». Картина, профинансирована Госкино Украины с бюджетом в 1,5 миллиона долларов, вышла в прокат 8 декабря. Лента уже успела получить призы Одесского и даже Лондонского кинофестивалей. И, конечно же, хвалебные отзывы зрителей. Я хочу, чтобы мой фильм был 120-м, 121-м в следующем году, выходящим в украинский прокат, а не первым, одним и единственным. Киноработы Елены Демьяненко уже точно не будут одиночками на украинском кинорынке. Настоящим прорывом в индустрии называют кинокритики 2016 год. За это время зритель по достоинству оценил отечественные фильмы и сериалы. «Детективы Пес» и «Владимирская 15», мелодрама «Клан ювелиров», драмы «Гнездо горлицы» и «Бабушка Фанни Каплан», комедии с национальным колоритом «Слуга народа» и «Последний москаль». Все эти украинские премьеры уже состоялись. Тремти нечиста сила всяка, бо йде Микита Кожум'яка. Украинские зрители, как дети, так и взрослые, буквально влюбились в первый отечественный полнометражный мультфильм голливудского 3D-формата «Никита Кожемяка». За первый уикенд мультик собрал почти 200 тысяч долларов, побив рекорды в прокате украинских фильмов. Посмотреть анимационную ленту уже согласились в 20 странах. Контракт был подписан в 2011-м. Участие государства минимальное. В этом проекте всего 4 миллиона гривен. Я очень рад, что в наше непростое время продюсеры довели дело до логического завершения. А уже в 2017-м на нужды кинематографистов обещают выделить больше 18 миллионов долларов. Также государство обещает простимулировать на 20-30% украинские телекомпании. Считают, они справятся с созданием качественных телесериалов. Возможно, не 150 серий, чтобы не забыть, с чего все начиналось, но формат 7, 12, а то и 18 серийных украиноязычных телесериалов на украинскую тематику были бы очень интересны. Почти 25 лет в истории независимой Украины отечественных фильмов в национальном прокате практически не было. Если задуматься, выросло целое поколение зрителей, для которых свое кино было совершенно незнакомым. Избавить отечественную киноиндустрию от комплекса уныния берутся режиссеры и продюсеры. Ведь более 100 украинских кинолент сейчас в производстве. Марианна Макада, Дмитрий Гришко, UATV.